Проект здания детского сада в новом жилом комплексе в поселке Новоивановское поддержан рабочей группой архитектурной комиссии Московской области. Сад рассчитан на 300 человек. Общая площадь здания более 4000 квадратных метров. На верхних этажах разместятся старшие подготовительные группы, на нижних – младшие и ясельные. Детское образовательное учреждение имеет L-образный план. Два крыла образуют террасы, напоминающие палубы лайнеров. Благодаря обилию остекления в помещениях садика будет максимум дневного освещения.